Все мы приехали из разных городов Беларуси. Каждый из нас по-своему необычен и уникален. Катя пишет замечательные стихи. А еще она невероятно добрый человек, готовый помочь в любую минуту. Если услышите звонкий смех в коридорах нашего университета, значит, Аня где-то рядом. Танцевать, вот что получается, у нее на отлично. Алена. Креатив – ее второе имя. Именно поэтому Алена рисует просто невероятно. Ангелина – наша спортсменка-волейболистка, которая умело совмещает и занятия спортом, и учебу на отлично. Ивона – душа компании, человек, с которым настроение не может быть плохим. В музыкальной школе она научилась играть на фортепиано, а теперь она играет у нас на нервах. Диана действительно талантливый человек от и до. Она фотографирует, снимает видео, в том числе и это, играет на гитаре и красиво поет. Катя – мастер на все руки. Она печет очень вкусные и красивые торты, но старается совершенствоваться не только в этом деле. Именно поэтому она учится в МГЛУ. Это Саша. Она очень любит животных, гулять под дождем и учить английский язык. Маленькая и потешная Лена. Любит читать, ходить в кино и просто хорошо проводить время. Настя – это девушка с сильным характером и твердым стержнем внутри, но в то же время очень милая и добрая. Вика – это тот человек, который не может жить без музыки, концертов и путешествий. МГЛУ – это место, которое объединило нас в одну команду, где мы творим, учимся, достигаем новых высот все вместе –